Знову в комплеті. Победил. Вы просто пока не в курсе. Кто первый до аэродрома? Про дороги речи не было. Всем здорово, друзья и любители автогонок. И сегодня начинаем проходить NFS Payback. Нашего главного героя зовут Тайлер, и мы в пустыне. Мы посмотрим, насколько шикарно сделали электроники эту NFS-ку и насколько она будет интересная. Погнали мы в пустыне, можно ускориться, 280 точно разгоняется, обалдеть. Осторожно! И теперь мы управляем Замака. Ох, черный брат, на крутой тачке внедорожник. И можно вот тут трамплишки. Обалдеть. Это реально круто. Ух, еще разок. Да. Мак хороший друг, и в принципе тачка у него неплохая. Скажи, можно полетать. Ладно, я тебя просто жалела. И красотка Джесс у нас на BMW. На синий BMW и довольно прикольно смотрится со стороны. Можно смотреть в камеру. Так, секундочку, нужно вперед ехать. И нужно добраться до точки ручником. Ух, неплохо, ручник работает, кстати, по NFS. Ну, кстати, управление у нас аркадно и довольно очень простое. Вон, ребята, я позади. Джесс наша позади. Результат будет на финише. Неплохо. Ты не думаешь, что всегда так будет? Я всегда на шаг впереди. Решено, Морган. Ты поведешь приз. Я надеюсь на тебя и твою команду. Ну что я говорил, Лина Наварро лучше всех решает дела в Сильвер Роке. Да, красиво звучит, Раф. Ты все это сам собрал? Если уделить время и внимание, художник из любого лома может сделать суперкар. Ну все, ребята, вы знаете, что теперь делать. Гуляем? Тренируемся. Погнали. Тяжело в учении, легко в бою. Погнали, друзья. 10 километров по пустыне и пройдем эту практику. Лина, Джесс впереди нас, и они уже слишком угнали вперед далеко. Турбоускорение нам поможет, и ускоримся. Лина, я прям позади тебя, и скоро тебя настигну, конечно. Будем обгонять и делать. За 10 километров, в принципе, можно это сделать. Вот тут дрифтом и как раз турбоускорение. Ух ты, да. Круто получилось, и мы ее сделали. Сразу въезжаем в туннель, и как-то тут темно. Оп, на таран пошли. Тут можно дрифтануть и сразу турбоускорение. Довольно неплохо получилось. Нет, не тут-то было. Она врезалась в фуру. Хо-хо-хо. Обалдеть. Турбоускорение, ускоряемся и отрываемся от соперника нашего.
7 километров 400 метров. Соперник позади, догоняем GS, который угнал слишком далеко вперед. Самые крутые гонки у нас скоро будут, друзья. Конечно, самые крутые тачки мира откроются перед нами. Ну а ты, Лина? Ну, если вы не облажаетесь, выберусь из этой дыры. И куда отправишься? Наверх. Так, она догоняет очень быстро. Видим, по сюжету мне нереально ее будет сложно обогнать. Она догоняет меня? Нет, не тут было. Я по обнуренному кругу и дрифтом выходим, и сразу турбо ускорение, она впереди. Видим, по сюжетке все-таки она должна быть впереди. Так, будет резкий поворот направо. Ух ты, да! А вот тут мы сделали ее. Довольно неплохо. Тут можно по прямой сократить и как раз по этой отметке. Так, будет резкий поворот направо, чуть-чуть и налево сразу же. И мы едем, кажется, у нас нет ни отметки никакой. Нет, есть. Лина впереди. Ох, а вот и маг, тот самый чувак. Черный брат. Давай наверх. Обалдеть. Тачка реально тяжелая. Это чувствуется. Давай-ка турбо. Здесь слишком сложно идет машинка. Нужно выходить на асфальт, и гораздо будет полегче. Лина еще позади всех, то есть мы позади, мы догоняем ее, и турбоускорение осталось 3 километра, друзья. Джесс впереди, Мак тоже, Лина здесь уже, все, о, вот это да, я Джесс подрезал. Пардон, конечно, она позади, но походу с ней все в порядке. Как она сделала перевертыш? Осталось 2 километра и уже, конечно, финишная прямая. Нитро у нас не добавляется, видимо, у нас нет, все-таки добавляется. Меня сделали 230, и у меня, походу, 260 гонит. Ребята впереди, я позади. Остался ровно километр и уже практически финишная прямая, где можно ускориться. 275 было. Ребята, не о чем беспокоиться. Наша команда лучше из всех в этом городе. Делаем жест, и ух, на таран маг пошел. И кажется, я первый, друзья. Фортуна Вэлли. Пустынный рай для тех, кто азартен. Здесь можно купить что угодно, даже удачи. Пусть богачи играют в карты и кости. Мы, рожденные в тени казино, испытываем удачу на скорости 100 миль в час.